гаджет, задело гаджет, вперед гаджет, задело гаджет, вперед гаджет, инспектор гаджет, вперед гаджет, инспектор гаджет, 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 вместе с ними гаджетины. Вперед гаджет, инспектор гаджет, 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 вместе с ними гаджетины. Вперед гаджет, инспектор гаджет, гаджет и гаджетины. Макинтош и его волынки. Продюсер Жан Шалапин. Доза! В день Святого Патрика в Нью-Йорке ограбили 10 крупнейших банков. И никто ничего не видел. Полиция умыла руки. Теперь дело за нами. Дело сложное. Улики полностью отсутствуют. Правда, есть одна зацепка. Банковские служащие в один голос заявляют, что слышали звуки волынки. Но, простите великодушно, генерал, но в день Святого Патрика волынками никого не удивишь. Да, но странно то, что одна и та же волынка есть на охранных кассетах всех банков. Как видите, людей опознать нельзя, а волынку при некотором увеличении можно. Смотрите внимательно. Подлинная магическая волынка Макбрайда. Инвернес, Шотландия. Вот это уже интересно. Генерал, по-моему, кому-то придется съездить в Шотландию и разобраться. Совершенно верно, полковник. Именно оттуда надо начинать. Да, генерал, сэр. Ко всему прочему, в Шотландии дивная рыбалка. Обожаю рыбалку. Отлично, отправляйте лейтенанта Гаджета. Но, сэр, я надеялся. Он наш лучший сыщик. Мировая ассоциация банкиров требует именно его. Не сомневаюсь, что Гаджет быстро распутает этот клубок. Всего наилучшего, полковник. А, вызывали, полковник? А? Полковник? А? Поедете в Шотландию, Гаджет. Ну и дела. Вам нынче везет, сэр. Я знаю Шотландию. Еще с тех пор, как был инспектором. Давайте покажу. Нет, не надо. Надо, полковник. Галопом, Гаджет, мини-холодильник. Эта колбаса называется хаггис. Шотландский деликатес. Вы должны попробовать. А я люблю ее в горячем виде. Галопом, Гаджет, тостер. Но это еще не все, сэр. Вдобавок, я эксперт по лохнесскому чудовищу и однажды завоевал второе место в шотландском метании молота. Галопом, Гаджет, шотландский молот! Гаджет, он тяжелый, очень. Такой, как надо, сэр. Этот молот весит ровно 7,62 килограмма. Вот как это делается. Ну-ка, полюбуйтесь! Гаджет, нет, умоляю, смотрите, куда мечете! Это же не икра! Спокойно, полковник, у меня все под контролем! Вот это орудие, верно? Нет, Гаджет! Гаджет, уберите молот! Вы, кажется, кушаете. Ну, я пойду. Приятного аппетита! Глупо у нас вид в этих нарядах. По-моему, здесь. Да, лейтенант, лавка Макбрайда-младшего. Именно тот волынщик банков покупал свои волынки. Повтори 5 раз, и тебя закоротит. Нет, увы, мы больше не делаем так называемые волшебные волынки. Да, давно уже не делаем, очень давно. А эта книга о настоящих волшебных волынках, да? Именно. Если есть интересная книга на свете, так вот, она написала один из моих предков. А может, здесь все же найдется какая-нибудь завалявшаяся волынка? Ни единой. Последнюю сработал мой двоюродный дядя для своего праправнука, ныне покойного Макинтоша-младшего, 120 лет назад. Вот, кстати, здесь где-то должно быть о Макинтоше. Я прочел в газете, что последний из рода Макинтоши вчера скончался. Нынче его провожают к последнему пристанищу. Представляете, это очень прискорбно.
Ну и дела! А вот эта труба – малыш Макбрайд. Макбрайд? Это легендарная суперволынка. Мечта любого волынщика на этом свете. Поздравляю, старина Макбет. Макбрайд! Для меня в этом искусстве секретов нет. Я вам такую малютку мигом сварганю. Галопом гаджет супершвейная машинка. Так. Мои трубки, зачем вы? Потерпи, старина Макдональд. Вот закончу. И тогда будут у тебя волынки на зависть всем шотландцам. Дядя Гаджет, может быть, не стоит? Так, поехали. Почти готово. И... вуаля! Клянусь святым Андреем, ну и чудовище! Что это? Рад, что тебе понравилось. Ну-ка, подуди, друг МакГиннес. Меня зовут Макбрайд. Мать моя, ну и волынки. О, боже. Ладно. Поглядим, как ты запоешь. Отлично, земляк Макнамара. А это что? Ну-ка, посмотрим. Похороны Макинтоша, да? Спасибо! 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 На кого ты нас покинул, не расплатившись со мной? Взгляните на вексель, вот! Спасибо! Спасибо! Добрый вечер, добрый человек. Вы, надо думать, член семейства. Я малость стук на ухо. Говорите громче. Если вы кредитор, давайте свой вексель, и Господь с вами. Что говорите? Я говорю, вы член семейства. О, это случилось так внезапно. Глухой, как тетерев. Ну что ж, галопом гаджет мегафон на полную катушку. Я говорю, вы член семейства. О, семейство! Да, оно и видно. Я сразу понял по вашему облачению, что вы принадлежите клану Макинтошей. Да. А? Добро пожаловать к семейному очагу. Вы уверены, что это гаджет? С места не сойти. И вот беда. Брамбл пригласил его со спутниками в замок. Плохо. Гаджет — опасная фигура. Надо его устранить. Без проблем, сэр. Мы заключим его в темницу до конца жизни, а сами тем временем провернем нас отдельно. Отлично, исполняйте. Есть, доктор Кло. Сию минуту, сэр. Сегодня у нас на ужин пареный горох. Не обессудьте, больше нет ничего. Мой покойный хозяин Макинтош последний Макинтош в казино спустил. Азартные игры – большой грех, друзья мои. Он вконец разорился, а кредиторы уже забрали, кажется, столы и стулья. Ну и дела. Шотландские деликатесы. Мне сегодня везет. А, невероятно! Здесь написано, что волшебные волынки делают из редкой древесины, которая издает особенные вибрации. Каждый, кто слышит эту волынку, погружается в сон почти летаргический, а проснувшись, ничего не может вспомнить. Точь в точь, как в поэме Браунинга, только взаправду. Не верь всему, что читаешь. Ты будешь доедать горох или нет? Еда! Как же я проголодался! Гиджет, это я, фильм не мерещится! Что, не видел, я батарейки отключил. Лейтенант, он пошел за летающим мокроком. А?
еда. Будь здоров, Гаджет. Приятного аппетита. Найдела! Галопом, Гаджет, пружинистая стоишь. Шляпа! Ну и дела! Лейтенант Джип! И очень хорошо себя чувствует. Спасибо! Заглянул к вам на позднюю трапезу. Пора с этим кончать. Галопом, Гаджет. Ласт-стоп, ласт-стоп. Останови нас, Виджет. Сделай что-нибудь. Держитесь, ребята, я иду. Дядя Гаджет? А? Виджет, Виджет, где вы? Ну вот и добрались. Давайте закусим. Эй, отдай! О, как нахальный грызун. Это частная собственность. Стой! Нет, не сбежишь галопом, Гаджет! Супер-трек! Гаджета остались одни воспоминания. Теперь в Эдинбург. Похоже, здесь кто-то жил раньше. Кто-то или что-то смахивает на личные покои призрака. Попался. Я тебе покажу, как воровать окорока. Дядя Гаджет, что ты там делаешь? Хочешь перекусить? Нет, спасибо. Тебе не попадался человек с волынками? Он выскочил отсюда прямо перед тобой. С волынками? Наверняка играет где-нибудь полуночный концерт. А, это чарующая Шотландия. Да, так может нам пойти по следу этого волынщика и послушать концерт? Смотрите, вот они! Все, с меня хватит. Я не создан для этого. Я честный человек. Будет честным после того, как выплатят все долги в казино доктора Кло. Пока до этого еще далеко, я знаю. Я уже грабил 10 крупнейших банков в Нью-Йорке. Я инсценировал собственную смерть. Я лишился фамильного замка. Чего вы еще от меня хотите? Денег, приятель. Под 100% в день тебе еще выплачивать да выплачивать. На связи, доктор Кло. Вижу на радаре самолет Гаджета. Он прямо над вами. Да ну, ничего. Мы с ним разберемся, доктор Кло. Макинтос, открой окно и сыграй Гаджету старую шотландскую колыбельную. Во сне ему будет затруднительно вести самолет. Отлично. Слышите музыку, дядя Гаджет? Волынка, прелестная мелодия. Спустимся пониже, а то плохо слышно. Да!
Представляйтесь, Пенни, Виджет. Добрые вести, босс. Мотив Макинтоса сделал свое дело. Гаджет канул в небытие. Наконец-то. Мы уже в банке и готовимся к небольшой конфискации. Что случилось? Не знаю. Я слушал музыку, и вдруг мы все заснули. Пришлось мне самому сажать гаджетоплан. Точь в точь, как написано в книге Макбрайда-младшего. Нас усыпили магические вибрации волынок. А Фиджет бодрствовал, потому что уши его были прикрыты шлемофоном. Вот оно что. Значит, эти волынщики снова нанесут удар. Непременно. Видимо, опять по банку. Здесь написано, что самый крупный банк в районе – Национальный банк Шотландии. Думаю, на него-то они и нацелились. Дядя Гаджет, вставай, сияй. Мы прибыли в концертный зал. А? Чем плохи полуночные концерты, слишком поздно начинаются. Ну и дела. Зато программа, наверное, шикарная. Смотрите, какой огромный зал. Так я и думала. Люди спят на полу, значит, грабители уже здесь. Надо действовать быстро. Итак, раздаю всем сверхнадежные беруши. Беруши на концерте? Любопытная мысль. Да, дядя Гаджет, так теперь делает вся молодежь, чтобы защитить барабанные перепонки. Это так классно. Ну, раз так, не будем отставать от моды. Фиджет, Виджет, ваш выход. Пройти можно только через крышу. А я за полицией. Ну и дела. У нас что, места на галерке? Гаджет! Концертный зал хорош, но вы, ребята, на 100% правы. Эти желтые блоки надо убрать. Они режут глаз. Лишний блеск только отвлекает публику. И не волнуйтесь, мы быстро поправим положение. Опля! Ну все, Макинтос сюда! Сюда, я сказал! Макинтос! Надо бы проверить акустику. Как говорится, доверяй, но проверяй! Я попался! Ой, такие игры не по мне. Это не игра. Неплохо, неплохо. Давайте я вам помогу. Галопом гаджет, скрипка, сакса, литавра, гитара, аккордеон. Жаль, жаль, мы только разошлись. Ой-ой. В тюрьме не то заиграешь, волынщик. Вставай. Да, решетка там не золотая. Верните его, друзья. Репетиция еще не окончена. Полковник, как хорошо вы переоборудовали кабинет. Да уж, гаджет. Аквариум сделан из пластика, его не разобьешь. Так что примите мои поздравления с выполнением еще одной невозможной задачи и выметайтесь отсюда. Сию минуту, полковник, вы меня знаете, я сама тактичность. Но позвольте, прежде всего, вручить вам сувениры Шотландии. Ничего мне не надо ни Шотландии, ни от вас. Я хочу, чтобы вы убрались поскорее из моего кабинета. Дверь там. Взгляните, до чего хорош? А?
Да, настоящий золотой слиток из Национального банка Шотландии. Мне его подарили, когда я дал там концерт. А я хочу подарить вам, ибо только благодаря вам я получил возможность сыграть для моих коллег-полицейских. Чистое золото? Мне? Да, сэр. Оно вам пригодится для новой игры, которой научили меня и гаджетинов. Игра? Какая такая игра? Новая клевая игра. Шотландцы либо играют на волынках, либо играют в игру под названием «Метание золотых слитков». Хотите попробовать? Отводите руку назад и ловите, полковник! Видите? Правда интересно? Ну что ж, не буду вам мешать. Всего хорошего, сэр!